Сейчас, кстати, ребят, качество, конечно, понизили, но просто сейчас почему-то битрейты постоянно начинают зашкаливать за 2К. Вроде стоят, даже сейчас поставили уже 600 килобит битрейта. Не знаем, почему он зашкаливает, и за счет этого у вас почему-то подлагивает. При хорошем у вас интернете лагать не будет. Говорю сразу, у меня сейчас включен параллельно же, у меня же стрим, и у меня он не лагает. То есть как работал, так и работает. Нет ни накопления подвисания, ничего. Кто-то может сказать, то что ты стримишь, у тебя не лагает. У меня идет также трансляция с интернета. То есть у меня пропускная способность интернета здесь действует, как и у вас. Так, ну что ж, аналогичные пока что баны. Кирокоптер и Phantom Assassin. Ой, Phantom Assassin, Phantom Lancer. Как и в прошлых играх. Игре. Что-то у меня уже все. Как-то после первой игры этого противостояния немножко не того. Да еще тут некие проблемы. Также дает о себе знать. Ну что ж, вторая игра. Посмотрим, смогут ли Friendly Fingers вытащить себя из этой ямы. Ведь проиграв эту встречу, они падают в лузера. Да, у них будет как второй шанс на участие в этом турнире в лузерах только ж. И их соперник, если они упадут, конечно же, в лузера, проиграв этот сейчас матч, определится завтра. Завтра в противостоянии Only Way против Bad Boys. Так, ну смотрим. Вторым баном от Friendly Fingers улетает Лина. Конечно же, они долго думали. И сразу же улетает Феникс. Видели мы Феникса на нашем турнире. Порадовал, сказать так, стояв на сложной линии. Особенно его яйцо просто зашкаливало. Хотя это почему-то называется яйцом, хотя это солнце. Ну ладно, каждому свое. Так, ну, нет забаненных персонажей из прошлых игр, что самое интересное. То есть, сейчас можно прям брать все аналогично. Что в прошлой игре, что сейчас. Ага, Friendly Fingers решили пойти несколько иным путем. Взяв Undying Hardliner. Ну, посмотрим, будут Five Friends придерживаться прошлой стратегии, либо же они поменяют также. Видим, что меняют свою тактику, взяв Bristol Becca и сейчас Shaker'а. Ну, заменили, да, они хардлайнера с Spiritbreaker на Bristlebecca. Ну, особо не такого, ничего такого нету. То есть, что один, что другой будет врываться и жить. А Friendly Fingers берут сайленсера, то есть теперь будут затыкать Shaker'а. Ну, Bristlebecca, что их затыкать там? Его пассивку только нужно обходить, и все. 10 seconds remaining. Так, ну, смотрю я на статистику голосования. 60% все-таки еще болеют за Friendly Fingers, и всего 40% за Five Friends. То есть статистика, она все еще будет продолжаться по ходу всей этой встречи. Так, ну, вот я только сказал, что нет забанить героев из прошлой игры, как сразу появляется Spectre и Shadow Fiend. То есть только скажи, и люди сделают все. Так, ну теперь у нас Квезда призадумался над очередным баном. Вайда,
Да, забанил. Да, Void неприятный, как мы увидели. Не в прошлой игре, а из лузеров. То есть... обходить его сложно. А тем более, ну, Silencer может. Ну и банит Slark. Five Friends. Ну что же, что же. По два пика, еще по одному бану. И последним пиком остается командам. И вторая игра стартанет. Стартанет у нас. Думает колом. Над очередным пиком. Сейчас Five Friends самое главное взять те героев излюбленных, которые у нас получается играть. Стратегия неплохая. И просто не дать Friendly Fingers играть в свою игру. То есть, наоборот, Five Friends, чтобы играть в свою игру, не давали особо большого контроля на карте Friendly Fingers, и тогда у них все получится, и они выиграют игру, и пройдут дальше финал винроу. Да, кстати, видим, что опять они берут Виспа. Посмотрим, кто на этот раз залетит к Виспу в пару. 10 seconds remaining. Посмотрим. 5 seconds remaining. Reserve time. Еще раз я напоминаю, ребята, что в нашей группе ВКонтакте ведется и по сей час конкурс о том, что идет сейчас турнир. Ведется конкурс на у нас в группе, то есть выставлены 10 сетов. Заходите, вступайте в нашу группу, делайте репост. И в конце уже этого воскресенья, то есть после суперфинала, сразу же на стриме будут разыграны все эти 10 сетов. Победители, конечно же, получат их сразу. Особо не будем мы растягивать резину. Сейчас 16 человек репостнули. Надеюсь, что к финальному дню их будет куда больше. Это наш такой самый первый, можно сказать, крупный розыгрыш этих шмоток, что их выставлено очень много. Я сам подчеркиваю нашу важность турнира. Bounty Hunter. Friendly Fingers. 10 seconds remaining. Да. А куда он и что он будет делать, если... Reserve time. Так что, что тут квесты есть на уме? Я только пока понять не могу, что? В прошлой игре, конечно, у них не получилось. Но посмотрим, как в этой игре у них пойдет. Сложатся ли карты, и они победят, или же проиграют. А Five Friends, подумав, решили взять такого простого героя на мид, как Пака. Dream Coil, Ultimate Orb и пошел. Ten seconds remaining. Не так много остается времени квесты над пиком. То есть сейчас заканчивается у него основное и резервное время там совсем чуть-чуть. Но рандомить не стоит. Некрофос. Ну, видели, как они играли некрофосом. Неплохо. Неплохо. Посмотрим, как сейчас. Могут ли оправдать, либо нет. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Dire team ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Так, Везер решил тоже забить на последний бан. Нет, Хаус Найт все-таки забанил. Тролль в бане последним у Five Friends. Ну что ж, Джиггернаут тоже заезжает к Виспу. И Бристлбэк заезжает. Ну, есть герои. Висп тут не один. Ну что ж, Friendly Fingers, последний пик. Что придумает Квезда, как намутят линии Friendly Fingers, и посмотрим, смогут ли выиграть этот матч или полетят в озера. 10 seconds remaining. Undying, Silencer, Bounty Hunter, Necrophos. 5 seconds remaining. И 3, 2, 1. Резерв, 2, 1. Рандомите, что ли? Phantom Assassin. Radiant Team Pick. Ну, сложно сказать, либо это рандомно пришло, либо реально на интриге так, на интриге держит. Прям на нервишках. Ну ладно, на андайнинге играет Ня, Квеза на Сайленсере, Брайняк играет на Bounty Hunter, Джош Сноу на Некрофсе, и Белатур играет на Phantom Assassin. Phantom Assassin. Friendly Fingers. Ну и Five Friends. Battle. Тавана на Бристлбейке, Лив DC на Паке, Кола на VSP, а в очередной раз G7 опять же на Шейкере, и Ван Хиг Коко на Шикернауте. Так, интересно. Интересно. Даже очень интересно. По закупу что-то мне очень сложно определить, кто есть кто, но... Надеюсь, по игре сейчас посмотрим. The battle begins. Квезу закрыли. Фиссурой. Баунтурон собирает пистолбэк. И все, ушли. Все. Теперь все ясно, по линиям, что да как. Так, заморали тут Джордж Сноу свою команду, но это их собственное дело, не могут найти общего языка, и их да, проблема. Где у нас Андайнг? Ага, Андайнг вот он. Здесь заходит в спину Бристлбэгу. Бьют. Побили, покарали и ушли. Так, БХ у нас здесь фармит. Фармит. Стоит. Джиггернаут фармит. На меде у нас что? Пак и Сайленсер. Опять видим, что это противостояние Квезды против Лиу DC. Опять Лиу у нас стоит куда лучше Квезды. То есть и Динайт прекрасно, и забирает Last Hit у них. О, просто прекрасно. Не получается у Квезды, вот. Опять ошибка. Скрипом ошибка.
Так, не хватает здесь сентря. А, есть сентришник у виспа, чтобы вот эту баунти поймать. Еще здесь у шейкер, то есть подстану здесь. Все хорошо, все получится. И вот так вот закрыть. То баунти просто приедет. Война у нас будет за руну. Нет, не будет войны. Казалось, не тот пришел. Так, под тамбой пытаются Тавану забрать. Замедлили. Нет, First Blood. First Blood. Ну, вышел Undying, послал тамбу. Все хорошо. Так, а здесь у нас квесты падают. Dire's middle tower is under attack. Ну, суппортом нужно быть, приходить, помогать своему мидеру, чтобы вот этого пака бы как-нибудь приткнуть бы, и даже, может быть, получилось, чтобы забрать. Находит хосту. Квест это прекрасно видит. Пока еще пока что нету шестого, это пока. Да, вот кто летит. Пролетел шейкер. И. Так просто же не предаешь. Незамечен ты не подойдешь. Да, всем привет. Вот. Гадов. Деньких. Опять до пол ХПВ. Преслбэка тут поразминали. ПХ. Скоро шестой. Скоро. Центришник его стоит. То есть ты уже так не берешься просто так. Так, а здесь у нас еще пак прилетел с хостой, и GSM также выходит. Заходит за вышку. А Данк это видит все прекрасно, то есть спалил. Спалил, поставил табу. Ой, Таване-то. Здесь будет неприятно. Да, GSM пускай даже и откил фиссуру, но ой. И GSM он здесь на 32 хп сразу. Так, поставил Dreamcoil. Белатур, скорее всего, здесь у нас помирает. Да, помирает. Так, отбивается у нас пак. Так, ну, примись, кому Бристлбэк убить. Да, убили Бристлбэк, негр тут своей пассивки, скорее всего. Да, пил. Ай-яй-яй, и умирает. Даблкил делает у нас пак. 4-3. 4-3. А внизу у баунти уже седьмой левел сейчас. Прям сейчас будет. Подойди к крипам и получи. Так, а что у нас у Джиггернаут? Он фармит фейзы, у него Фурманшилл, хорошо. Орбов Фемон. А Орбик тебе так? Чтобы побить. Кстати говоря, он может сейчас соло забрать. Баунти очень даже. Если делать все четко. Грамм. Тем более невидимость всего 20 секунд.
Dire's bottom tower is under attack. Так, хуя за седьмой. Так, ну, фиссура, конечно. А, там еще и Dreamcoil вниз, но Квеста в очередной раз у нас погибает. И это для него уже вид проигран. А суппорты тупо стоят, помогают морально своему керри-герою. То есть, что они там стоят? Что вы тут делаете? Просто так развлекаете? Ну и молодцы. My Friends куда более суппорты действуют. Активнее, чем у Friendly Fingers. Ну вот, только подсказал, и Яданик пришел. И что ты пришел? Что ты сделаешь? Вот что? Убьешь всех двоих? Как GSM, так и Ли, еще тут гол попробуй убей. Ну, тогда удачи. Вот. Пока я там говорил, Джаггернаут все-таки забрал у нас баунти. Как я говорил, сделать все четко, и ты заберешь его. Забрал он через Omni Slash. И у него уже Аквил готовы. Сейчас прилетит только к нему. Ну что за паузы у нас, ребят? Что за паузы? Понятные нам паузы. Отжимаются, не гоу, не спрашивают. Вот. Как же хочется смотреть вторую игру команд. Ну, вторую игру первого раунда. Где там будут профессиональные игроки. Dire's bottom tower is under attack. Так, что у нас наверху? Наверху. Пытается все подпустить эту вышку. Давану здесь пока что не пытается забирать. Андайнг заходит, показывается, что я здесь. А у нас кто тут? Вот, Висп, Пак. Кстати, выход сюда прилетел. Ой, как кританул-то. Дримкол поставлен. Глобал Сайленс. Пак должен разваливаться. Молодцы, убили Пака. Убить, убить Давану. Хорошо, убили. Ну, не стопить. Так, ну... Да, вроде живут у нас и БХ, и Некрофос, все. Так, ну Висп должен погибнуть. Висп, нет, не погибает. Спасаются. Так, ну вот, минус 2, неплохо. Уже лучше. Пришли, убили. Ну и еще и вышку можно забрать. Мандаинга Арканы, Бертовегасы, Фейзы, Нидас, Фантомки. Так, ну здесь быстрее Джиггернаут запилил вышку. У него 1000 на руках с Аквилой, крипами. Ну вот, да, теперь забрали вышку. По вышкам 1-1, все хорошо пока что. Некрофос также будет убивать с Арканы. Какой БХ-то тут наглый. Так, ну вот. Кстати, есть цель для команды Friendly Fingers. Пока не ушла. Можно было. Ну ладно, они решили сделать несколько иначе. Ой. Камера. Находит G7, бьют вдвоем. Так. Ну и да, забирают. Через тамбу приходится. Так, сюда летит Пак. Dreamcoil пока нету. Глобал Сайленс там. Мандайнг у нас погиб. Ой, как Крисл Пэк бьет-то. Больно.
Так, Джаггернаут здесь пришел, баунти срубил. Минус 4. 4 в 1. Так, ну противостояние двух керри героев. Белатурм здесь себя плохо чувствует. Но хоть и улетает. Мом у Джаггернаута уже. Так, ну, эта драка была не очень хорошей для Friendly Fingers. Ну, куда удачнее для Five Friends. По графику у нас 1000 только всего в голде лидируют в Friends и в трешке, yes. Трешке в XP. Так, ну, наличие артефакта такого, как Минтес у Фантомки. У Фантомки. Ей нужно ходить и фармить, а не драться, чтобы минус оправдать. Бэга порубили. Хорошо, сколько. Нужно еще раз крит выпасть. Выпасть, крит. Да можно и без крита, да, уж забирать. Вот в ответку минус 4. Неплохо. А еще же здесь у нас пак остался. А, он улетел. Все, пак улетел. Пак. Оставьте в покое. Что же хотят придумать-то, Fingers? Я понять их просто не могу. Бегают по карте, вроде дерутся, то плохо, то хорошо. Какой же у вас план конкретный? Понять пока что сложно. Быть может, это и есть хорошо, может, это и есть задумка, типа на неожиданности сыграть. То есть, если я даже не понимаю, то Five Friends тем более их не поймут, и такой эффект неожиданности может спойти им на руку. Так, ну Dream Coil потрачен в квезду. Тут Джаггернаут, сейчас он не слэш, и он делает даблкил. Ну... Ну а Дэнк на хосте, ну да, и... А дальше-то что? Побежал, дал первый фэл, а дальше? А дальше ничего. Так, на Колу здесь пытались напасть, но Колу улетит. Это же Висп. Ему дай прицепиться кому-нибудь, и он улетит. Не догонишь. Кстати, у Виспа уже 1200 на руках. Барды купил. Баунти забирает в соло. В соло. G7. Ну, за ним здесь погоня. 4. Не знаю, зачем она нужна. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Джаггернаут фармит Яшу. Яшу, Яшу, Яшу. Dire's bottom tower is under attack. Так, прессингуй, прессингуй здесь. Начинают Миндл. Friendly Fingers. Сур в лицо получили. Крипов нет, поэтому придется отойти. Ну опять торчат все вместе. Сейчас пак улетит вам. Dream Coil поставит лицо и все, вы не разбежитесь. А там, ну, еще это, слава богу, что у Шейкер нету эхо слайма. То бы вы, ребята, не ходили бы больше никогда бы вместе. Вот опять стоят. Как
как в бильярде шары ставят перед разбиванием. Так же и здесь. Regeneration. Так, ПХ пока фармит. Все фармят. Все потихоньку. Ну ладно, не все. Все равно, как мы видим, что наличие минуса не дает плюсы для фантомки, тем самым, что нетворс у Джиггернаут куда выше, хотя минуса нету. Нету. И он фармит куда лучше. Вот, раз-два убил, раз-два убил. Так, сколько вардов тут закупил? Ландайнг? Нет, не так много. Трек на веспе. Прекрасно увидит. Пак решил соло снять, не соло, он решил... Решил потраться. Пак изобрели. Как же у нас шейкер здесь погиб. Тавана, Тавана. Живи, живи, Тавана. Так хорошо. На опе слэш распрыгался Джиггернаут. Делает, он забирает только некров с одного. 3 в 1 вроде как подрались. Так, также у нас здесь погибает. Мезда. Ну и все, 3 в 2. 3 в 2. Ни фантомка, ни андайнг, ни БХ не смогут ничего сделать, потому что неплохо. Сейчас там Джиггернаут каждый даст покрыт ули. Минус 5. Дома сидят. А Висп его еще будут тут захиливать. Нереально как. Так, скоро изолятор у Баунти появится. Посмотрим, принесет плоды его изолятора либо нет. По графикам что у нас? Ого, лол, это что, минус так отыгрывает? Как мы видим, вроде как проигрывают у нас, а и по дракам, и вроде как по нетворсу, да, вроде проигрывают. А нет, ну не так сильно проигрывают, но все равно они по голде лидируют на полторашку, но по XP проигрывают 2,5. Вот это поворот. Я думал, там уже графики к файфрендам очень далеко улетают. А, нет, они не проигрывают, наоборот, они выигрывают. Не так посчитал я. Мне почему-то все показалось, как в прошлой игре, что файфрендс у нас играет за сторону Дайр. Опа, Анки умер. Пришел на вот этот... Collected. Хитрый. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Так, ну Джиггернаут, вот этот вот очень даже есть хорошо, что он просто нагло стоит здесь фармит. Конечно, у него демонедж в руках есть, но я не думаю, что это рапир, конечно. Это будет совсем тупо. МКБ там какой-нибудь, либо Дейдалус, все что угодно. Кроме как рапир там и других вещей. Dire's middle tower is under attack. Так, где у нас БХ бегает? Побежал куда-то. Dire's middle tower is under attack. И где у нас вышку? Начинает Джиггернаут сейчас будет прессинговать. О, вполне это удачно, у него все получится. Dire's middle tower is under attack. Медалька. Аути Хантера. Ну да, Джиггернаут здесь вышку забирает. А, не забирает.
Я думал, никто не прилетит, даже дефт. Прилетели. Шекер в отчаянии решил уже все забить на арканы, купить себе просто Тройквилл и идти хотя бы с ними бегать. Так, ну вроде как в пятером собрались, Friendly Fingers. А дальше что? Так, тусить? Хотя аналогично, здесь и Five Friends тоже никуда не спешат. Втроем стоят, конечно же, здесь. Crystal Pack фармит, наверху у нас так, фармит Джиггернаут. Кабай, да, у Джиггернаута. Побежал. Вот этот вот. Radiant's middle tower is under attack. Так, ну вот это вот стояние уже длится где-то в районе 5 минут, и оно ни к чему хорошему не приводит. Ни одной, ни другой команде. То есть вот. Теряет свое преимущество Friendly Fingers, тем самым, что Джиггернаут фармит, он просто... Вот... Что вы делаете, Friendly Fingers? Алло! Вот вы стоите, молодцы, а дальше что? Джиггернаут ходит, вам вышки сносит, фармит. Он свой бак там вот забрал Баунти Хантера. Вообще, Баунти Хантер все не знает страха и погибает. Джиггернаут принесет победу своей команде. То есть вот. 1500, придите, убейте его. Все, он вам мешать не будет. Но нет, нужно его оставить одного. Пусть бегает, пусть сносит вышки. Мы лучше проиграем игру. А то простояли башню на миде, поохраняли. Идти налево. Вы проиграли две башни просто так. Опять Дримкул хороший по двоим. Минус Мартра и минус Альтер. Помни слэш, погибает нас и Некрофос. Здесь у нас и Андайл погиб. Вот он, Джиггернаут, который я говорю. Расформился, все, пошел убивать, все, у него он МКБ, больше ничего не надо. Ну, сейчас еще что-нибудь там на плотность чуть-чуть, чтобы было, и все. Dire's middle tower has fallen. 500 скрита, да это елки-палки, это же больно. Таким мечом 500 скрита получить. И вторая вышка падает, а заберут ее, заберут. Никто им не помешает. Вот. Раз, два, три. Он просто даже без мом наносит и убивает. Так, БХ здесь опять гуляет. В надежде кого-то там побить. У Баунти получается это, да. Медаль, изолятор, там минус армор, просто, ну, не, офиген. Так, сейчас, ну, Джиггернаут он заберет, вот, хорошо, трек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он разносит лица-то. Ну, забрали Джиггернаута, все, вот, вот игра, которая хорошая была. Так, нужен, нет, баш, конечно. Так, а что у нас Мартрат остановился-то? Лол, она взяла, встала и застопила всех остальных. Так, ну вот, минуты Джиггернаута не будет. У него нет ни байбека, ничего. Можно сосить вот эту вот вышку. Вот здесь нет вышки. Вот эту вот, кстати, она стоит 128. Баунти, приди просто забери. Просто так, приходишь, пару раз наносишь тычку, и она падает сама по себе. А тут крипы вообще даже на хайграунд зашли. Только наглые крипы-то оказались. Гандайн, Сайленсер делят бак и виспа. Так,
Неужто разозлились? Friendly Fingers, хорошо. Давайте. Я хочу увидеть третью игру. Я не хочу, чтобы 2-0 было в одну калитку. Ну вот, хорошо. Вот. Был график, шел, рос. И вот. Хорошо, подрались. Все. Возвращаем на круги своя. Мартра фармит, все фармит. Но догнать Джиггернаута не получается. Дабл дамидж. На данном этапе победить шанс есть у обоих команд в этой игре. Потому что пока что игра идет очень на равных. Ой-ой-ой-ой-ой! А он мне слэш-то. Ой! Пришли и умерли! В таверну полетели! Здесь лежит Варде. Класс. Написано. Перевод офигительный. Ну что же, Рошан погиб от рук Джиггернаута. У Джиггернаута есть... Еще Мотостайл, МКБ, Аега. Что сейчас Five Friends предпринять? Тупо пойти в атаку. Подраться они смогут, ну а хотя нет. Лучше дождаться Омнислэш и пойти подраться. Баунти тут ворчит. Ворчит это как раз, чтобы вот Джиггернаута. Хорош, опять потроим дрифкойл. Минус 2, эхослэм. Негр еще пока живет как-то. Мартра тоже как-то живет. За счет Кримзон Гварда. Так, Вис у нас погиб. Также у нас погибает. И Негр. Ну, здесь уже Бристлбэк сейчас даст пороже. Знаете. 5 в 1. И минус Мид. Минус Мид. Как не прискорбно это хочешь сказать, но по ходу итог. Ой, очень сильно ясен. Байбек мы видим, что есть. И у Мартры, у Сайленсера, и у Негрфаса. Так, ну Five Friends лучше сейчас что сделать? А, нет. Лучше даже не отходить. Куда? Спокойно забрать вторую вышку, подраться. Или сразу пойти на четвертый вора и просто забирать. И забирать трон. Stop shaking. Ну что, собственно, делать сейчас Джиггернаут? У Джиггернаута нету, не знаешь, у него нет маны, не хватает. Где-то он потратил их маны. Dire's middle tower has fallen. Джиггернаут сейчас. А почему не подраться, не потерять Аегис и Сомнислэш тут не раздать? Ну. Так, у нас здесь Висп еще как-то живет. Вот, пошел Сомнислэш. Одного забрал. Бежит за вторым. Не получается. Ой, как больно! Это больно, 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 больно! Даже Мартре, у которой ульта, это криты. Джиггернаут так критует жестко. Вроде выехал квест за этим Джиггернаутом.
Нет, размансил, ушел в другую сторону. Тигернаут хилится, видит его. И один, и другой. Живите! Хоть кто-нибудь, живите! В очередной раз Friendly Fingers терпят крушение. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Какие эксцентричники через прям каждый миллиметр установлены. Boyfriends. Radiant's bottom tower is under attack. Джиггернаут, Butterfly, бой Butterfly, Battle Fury, 2400. Ну что? Radiant's bottom tower is under attack. Джиггернаут укомплектован, сейчас пойдет убивать. ВХ бежит. Заберешь? Нет, да, нет. Такая ставка. Раз, 441, трек. Ну, забрал. Хорошо. 557 получил. Бристлбэк там забирать времени в Никопсе. И еще бежит за квездой. Так, ушел квезда. Ну, по лицу получил неприятного, очень даже как. Как они дерутся? И что другие, что и другие. И первый. Как Friendly Fingers, так и Boyfriends. А вот и Джиггернаут пришел, помни слэша. Ой, а он что от меня? А, инвиз, инвиз. Нету, нету, ни дастов, ничего нету. Ну а вот ты зря вышел. Я скажу тебе так, Баунти, из виза, и умираешь ты. Потому что этого Джиггернаута уже ничто не остановит. А что к нему летит? А к нему летит Башер. А там до Супербашера недалеко и... А, кстати, какой Супербашер? Тут, а... тут последний тир 4 стоит, который сейчас падает, и голый трон. ГГВП. Dire's Ancient is under attack. А, что сказать? Что сказать? Поздравляем мы команду Boyfriends с выходом в финал сетки победителей. Команда Friendly Fingers у нас опускается в сетку лузеров. Ну, сейчас мы, собственно, увидим сетку. Увидим сетку. Да, я думал, что будет 3 игры у нас сегодня, но... Но не увидели мы их. Так, ну что ж. Открываем мы верхнюю сетку. Видим, что Boyfriends теперь будут ждать своих соперников завтра. Противостояние между It's Real и Cannon Head. Вот на эту я встречу ставлю... Ой, ставлю... Просто офигительные ставки. Будет самый интересный заруба. Но если бы они не встретились бы здесь, то, наверное, еще... А может даже и встретиться еще в суперфинале, мне так кажется. Так, ну и теперь посмотрим мы на нижнюю сетку. Как она сейчас будет выглядеть. Да, вот так. Она теперь выглядит. Friendly Fingers упали в лузера. Ждут они своих соперников из пары Bad Boys и Only Way. Гарри Варденс ждут из пары Surreal и Cannon Head.
Завтра у нас такой же день, как и сегодня. В среду у нас играться будут только... Ой, в среду. Завтра есть среда. В четверг, имеется в виду, у нас будут играться только лузера. То есть второй раунд и третий. А потом финалы. Финал виндров, финал лузеров и суперфинал. Вот такое у нас расписание на ближайшие дни. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Включайте завтра нам в это же время. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.